После вот такого ролика увиденного, я, наверное, вряд ли буду теперь смотреть в сторону сыра. Я его особо и так не ела, а сейчас тем более... Нет, это невозможно это смотреть, но хочу, чтобы другие посмотрели и знали. И не только мы, любители видеороликов, но и пусть посмотрят хозяева этих магазинов и приведут надлежащий порядок. Это разве можно? Это такой вот видеть ужас. Посмотрите, сделайте вывод.